На Сигетске продолжается ремонт теплотрассы. Впервые за 8 лет коммунальщикам выделили из городского бюджета порядка 20 миллионов гривен на ремонт. Эти трубы обеспечивают теплом около 12 тысяч человек. В объем работ входит полностью демонтаж старого участка тепловой сети и прокладка нового участка по новой технологии предварительно изолированными трубами. Значит, данные работы позволят нам, ну, как минимум лет на 15-20, однозначно, это гарантированно, можно будет забыть за ремонт вот того участка, который сейчас подлежит замене. Напомню, что из-за ремонта теплотрассы на Сигетской перекрыли дорогу от Лунного переулка до 4-й станции Фонтана. Работы обещают закончить до 15 октября, при этом в мэрии пообещали, что Сигетскую перекапывают в последний раз.